Время новостей Татарстана на ТНВ. В студии Алексей Калиничев. Здравствуйте. И вот наши главные темы, а точнее тема. Самый женский день. Мужчины мы сами делаем. В бывшем татарстанском колхозе имени 8 марта Международный женский день традиционно празднуют всем селом. На что мужчины готовы и сегодня, расскажет Рамиль Шайдулин. Они работают даже в праздники. Практически 10 лет. Как прошел рабочий день у прекрасной половины человечества, узнавал Сергей Хайдаров. Королевы красоты и золушки работы. Ой, я однажды там рухнула вообще в обморок. Подводные камни труда советских манекенщиц изучил Дмитрий Оренин. Значит, хорошие сапоги надо брать. В сырую погоду можно было сюда вставить туфельки. Модный приговор вынесла Альбина Слагараева. Первый весенний, самый теплый. Сегодня весь мир отмечает Международный женский день. День, когда им особое внимание, любовь и красивые слова. Одним из первых в прозе и стихах женщин поздравил президент России. Владимир Путин пожелал представительницам прекрасной половины человечества быть любимыми и счастливыми. Я знаю, что все женщины прекрасны. И красотой своей, и умом, еще весельем, если в доме праздник, и верностью, когда разлука в нем. Не их наряды или профиль римский, нас покоряет женская душа, и молодость ее, и материнство, и седина, когда пора пришла. Прекрасный пол с Международным женским днем поздравил Рустам Миниханов. Видео поздравления президент республики выложил в Инстаграм. Слова особой признательности и благодарность, конечно же, женщинам-ветеранам. Отрадно, что сегодня их правнучки, наша соотечественница Алина Загитова и Евгения Медведева в честной борьбе отвоевали золото и серебро Олимпиады, отметил президент. Уважаемые наши женщины, искренне поздравляю вас с праздником. Желаю вам здоровья, счастья, семейного счастья. Ну и, конечно, счастья от ваших детей. Мы вас любим, уважаем и вам успехов. Еще один трогательный ролик президент посвятил мамам. Мама, я помню твои глаза, когда ты впервые отпустила меня. И я шагнул во взрослую жизнь, детский сад. Твои глаза был страх за меня. Но теперь я мужчина, и я буду заботиться о тебе. Меня ротам сильнее, они! Ура! 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 Вся страна сегодня присоединилась к акции «Вам, любимые». Россыпью поздравлений дамам фонтанируют мужчины разного возраста и профессий. О роли женщин в жизни и пожелания им. Слово мужчинам. Мы все выходим из женщины, и поэтому сначала мама, потом бабушки, потом жена. И... Но это то, что делает нас полноценным человеком, то, что... Ну, как у птицы должно быть два крыла, так у каждого мужчины должна быть женщина, которая помогает ему взлететь. Так что это наши крылья. Я всегда удивляюсь и поражаюсь, настолько наша женщина красива и настолько вот вобрали в себя такую, значит, доброту и вот искренность, всегда нас поддерживаете. Женщина – это цветок любви, это радость, это настроение, это друг, жена, мама. Женщины в моей-то жизни сыграли главную роль, как и в жизни каждого, поскольку у меня есть мама, которая произвела меня на свет, у меня есть любимая супруга, которая мою жизнь сделает светлой и счастливой. Вы наши тылы и мужчина на подвиге. Без женщины, без любви, как известно, не способен. Девчонкам, женщинам. И желаю только одну – всегда удерживать лидирующие позиции в красоте. Чтобы женщина всегда была улыбчивой, удовлетворенной в жизни и жизнью. Хотелось пожелать, чтобы она была счастлива. Дорогие наши женщины, сердечно поздравляю вас с этим потрясающим международным, это уже межпланетным праздником весны, праздником наших милых женщин.
Я знаю, что в мире все движет любовь. И поэтому я желаю вам вот этих искренних человеческих отношений. И хотелось бы, чтобы вас каждый день носили на руках. Ну и мужчины говорили каждый день: «Я тебя люблю». Ну или «Минсинейра там». Чтобы был год хороший. Как говорится, мы смогли вас порадовать. Дорогие, любимые, самые прекрасные, замечательные, фантастические девушки, дамы, женщины, поздравляю с наступающим праздником, 8 марта, хочу пожелать любви, счастья и всевозможных благ. Спасибо вам большое, что вы есть. Без вас мы ничто. Каждый второй врач, 90% продавцов и парикмахеров, и все они сегодня на работе. Тысячи женщин Татарстана 8 марта встречают на посту. В том, что работа бывает в радость и в праздник, лично убедился Сергей Хайдаров. Это уже практически 10 лет, скоро как за рулем я автобуса. Вот уже 10 лет подряд Роза Жандармова встречает красный день в календаре за рулем красной маршрутки. С самого утра мужчины улыбаются и делают комплименты. И они некоторые говорят: а что ж вы работаете в этот день? Но я всегда говорю, я на работу как на праздник. Для меня работа — это праздник каждый день. Если я работаю день через день, у меня через день праздник. Хорошо, ожидайте 12-11 ваш визов записан, ожидайте документы, готовьте, хорошо? А это диспетчерская казанских медиков. Сюда звонки поступают чуть ли не каждую минуту. О Международном женском дне напоминает лишь букет тюльпанов. На 19 сотрудниц здесь работает всего один мужчина. И как говорят сами медики, в начале весны им вовсе не до отдыха. У нас идет подъем вызовов на станции скорой медицинской помощи. Связано это с ежегодным обострением заболеваний в данный период времени. Конечно же, первым это любимый муж с утра. До того момента, как я открыла глаза, он уже стоял цветами. С утра поздравления от мужа, а уже в обед грим и спектакль. Так 8 марта встретила актриса Камаловского театра Гульчачак Гайфетдинова. Но на работе сюрпризы для нее не закончились. Как казалось, красиво поздравлять для камаловцев — целая традиция. Мы мальчишек поздравляем 23 февраля, делаем целый капустник, концерт. А они нас поздравляют. Вот только вчера они на малой сцене нас поздравляли. Был большой концерт, капустник. Мужчины бегают в поисках подарков, девушки с радостью принимают поздравления. Но без их работы женский день был бы невозможен. Для продавцов цветов 8 марта не просто праздник, а пик продаж. Мужчины становятся прямо, знаете, одержимыми. Больше цветов, больше. И смотрят, чтобы женщинам это понравилось. То есть они хотят быть любимыми, угодить. За рулем автобуса, на сцене театра или в карете скорой помощи. Большинство профессий уже сложно представить без женщин. И пусть даже сегодня многие из них на работе, главное, что они счастливы, любимы и на своем месте. Сергей Хайдаров, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Казань. С цветами сегодня встречали всех женщин в аэропорту и на Казанском вокзале. В честь Международного женского дня всем представительницам прекрасного пола волонтеры дарили тюльпаны, поздравления, комплименты и хорошее настроение. Мы, волонтеры, всем приходящим дамам, сейчас на данном на ЖД вокзале, дарим цветы, поздравляем. Вся жизнь 8 марта. Международный женский день для жителей деревни Нижнеатыарского района важнее даже дня села, потому что долгие 70 лет их колхоз назывался имени 8 марта. И до сих пор девочек здесь больше, чем мальчиков. О том, какую традицию зародило одно название, Рамиль Шайдулин. Сыдым байрам келиген! Сегодня 8 марта, а значит, все для жен. В Нижних Атах так принято удивлять дам в праздник. Механизаторы, водители и даже большие начальники на день становятся музыкантами, поэтами или художниками. Кто во что гораст. Вот Камиль Хуснутдинов сегодня баянист. Наша жизнь – песня. Слава Богу. В этом он молодец, конечно. Поздравлять своих дам по-особенному – это даже не традиция, а уже некая обязанность. Ведь 70 лет этот колхоз назывался 8 марта. Поэтому в гонку праздничных поздравлений до сих пор включаются почти все мужчины. Сейчас бы это назвали романтичным креативом. Женщинам это праздник романтичный должен быть, да ведь? За это мы делаем вот розы. Баня в этот день особенная. Повсюду лепестки роз и обязательно горячие уже до полудня, чтобы благоверные не утруждали себя работой. За дело берутся мужчины. С утра мы встаем. Не разбудим жену. Пускай спит. Мы все работаем. Все есть, все делаем. Все сами делаем. Женщинам же уважать надо. Хоть приятно сделать.
А вот Альберт Ихсанов с утра с заготовкой. Вот-вот подоспеет коронное блюдо. Манты специально для жены. Почти готовый. После праздничного ужина он поведет супругу на концерт. В Нижних Атах это тоже традиция. 8 марта устраивает шоу в местном ДК. Только вряд ли жена знает, что в этот раз баян в руки возьмут специально для нее. Финальные штрихи перед главным концертом весны. Собираются все, потому что для нижнеатынцев праздник уже давно общий. Долгие годы их знали как тружеников колхоза 8 марта. Назван именем 8 марта именно потому, что этот колхоз был образован в марте месяце. 5 певиц и 2 музыкантов. Здесь это не считается феноменом, но, как говорят в руководстве поселения, в их селах дам всегда было больше. И хотя уже пару лет хозяйство называется иначе, но девочки по-прежнему здесь рождаются чаще. Сила слова, иначе и не скажешь. Рамиль Шайдулин, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Арский район. 8 марта в России отмечают уже в 105-й раз. Возникновению Международного женского дня мы обязаны революционеркам Кларе Цеткин и Розе Люксембург. А помнят ли казанцы их имена? Наугад, пускай будет первый вариант. Почему его не знаю? Ну, Надежда такой некрасивый, не знаю. Роза Люксембург. Ну, она была за права женщин, наверное. Вот, по истории не помню. Второй вариант. Нет? Роза Люксембург? Нет. А почему не знаю? Не знаю. Скажу, что не знаю. Боже мой. Я даже не знаю, кому он обязан. Кому мы обязаны? Каким-нибудь французским девицам. Ну, из этих вариантов. Ну, давайте Калантай. Надежда Крупская. И этот, Роза Люксембург. Почему? Как почему? Они же были эти, как, 8 марта. Международный женский день. Люксембург. Почему? Ну, потому что она за права женщин боролась. Одним сегодня цветы, вторым – дорогие украшения, третьим – счастье материнства. Подарок себе и мужу сделала Гузель Нигмедзянова из Зарска. Их малыш – первый в республике в эти праздничные дни. Алина Бережная встретилась со счастливой семьей. Дорогая, спасибо за подарок. 8 марта тебе. Спасибо. Цветы, поцелуи и ласковые слова. Сегодня все адресовано любимой женщине Динара Губайдулина. Рожать в праздничные дни в этой семье уже традиция. 8 марта родился сам Динар, а вчера во второй раз испытал радость отцовства. Я очень счастлив, то, что прям к моему дню рождения супруга сделала и себе подарок, и мне опять-таки. Становиться мамой второй раз в канун праздника Гузель не планировала. Говорит, роды были назначены на 22 марта, но маленький Даниар настолько хотел поздравить маму и отца, что появился на свет раньше. Мы его очень долго ждали, хотя он у нас появился немножко раньше запланированного срока. Вот, но мы очень постарались сделать папе подарок. 8 марта в этой семье действительно семейный праздник. С рождением сына поздравить Гузель пришла свекровь. Спасибо сыну и невестки, что они родили нам второго внука. 7, 8 или 9 число для женского счастья не важно, говорят медики. Главное, чтобы здоровым родился. Ну, а если мальчик родится 8 марта, ну что ж, девочки тоже рождаются 23 февраля. В общем-то, для нас самое главное – здоровая мама и здоровый ребенок. Говорят, дети, рожденные весной, счастливчики, но особенно счастливы их родители. Ведь у них в семье теперь каждый год двойной праздник. Алина Бережная, Андрей Сентальцев, ТНВ, Казань. Они преподносят подарок мужчинам, а те, в свою очередь, решили удивить вкусным презентом. Сегодня на многих кухнях хозяйничает сильная половина, а они, как известно, зачастую повара от Бога. Так чем удивить женщин в празднике? Альбина Минибаева узнала секреты. Я бы хотела, чтобы он мне приготовил кофе. Пусть приготовит мне плов, узбекский настоящий плов. И пока дамы мечтают о самом вкусном завтраке, обеде или ужине, мужчинам ничего не остается, как воплотить их мечты в реальность. Где? Конечно же, на кухне. Девушку можно удивить утиной ножкой, приготовленной с необычным гарниром, с необычным соусом. Элементарно просто и в то же время вкусно. Сегодня в меню самые вкусные утиные ножки. Сушеф Антон Самасов готовит их с овощами. Несколько нюансов. Добавляем тимьян, веточку розмарина,
Поливаем бульоном и в духовку к ногам утки. Гарнир в виде пюре из корня сельдерея и сладкого картофеля, батата. И самое главное, клюквенный соус. Вот он сейчас на плите. Добавляется туда мед. Мед пошел. Вино. Мне доверили добавить вино. Пару секунд и все. Соус готов. Но приготовить можно все, что угодно. Главный секрет не только в продуктах. Вкладывать душу и предвкушать того, как девушка будет удивлена. Удивляем и финальными штрихами. Свекольная пудра и веточка мяты. Готово. Приятного аппетита. С праздником. Спасибо большое. Альбина Минибаева, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Блондинка с голубыми глазами или брюнетка с зелеными, стройная лань или мягкая кошечка. Сегодня мы спросили мужчин, какой он идеал женской красоты. Улыбка должна говорить все. Все о человеке сразу. Ну, давайте карие. В глазах отражается душа. Мне нравятся блондинки. Блондинка худая. У каждого свой вкус. Мне, конечно, ну, такие прям... крупные, ну, не особо, но если она умная, то можно тоже, конечно, пообщаться с ней. Фигура, может, другая, не 90-90. Мне вот такая фигура не нравится. Мне нравится походить девушки. Ну, конечно, 90-60-90. Классика уж. Любящий детей, любящий своего мужа. Эти качества присущи идеалу. Моя супруга самая лучшая и красивая для меня. Про тебя как раз спрашивают. Вот таким получился портрет идеальной женщины по мнению мужчин столицы. Алина Мусина, Даниил Филатов, ТНВ, Казань. В советское время эталоном красоты и иконой стиля стали первые манекенщицы. Их называли красными королевами, самым красивым оружием Кремля, а жизнь метафорично делили на блеск и нищету. Через что пришлось пройти первым манекенщицам республики? Ход событий восстанавливал Дмитрий Аринин. Опыт пребывания на сцене у меня был. Так студентка, комсомолка, танцовщица и просто красавица Изольда получила маленькое, но очень ответственное поручение – поучаствовать в показе одежды. Так началась ее карьера манекенщицы в Республиканском доме моделей возле ЖД вокзала. Такой вот подиум существовал. Первыми и первостепенными зрителями советских манекенщиц были худсоветы. Ответственные товарищи решали, можно ли эту одежду пускать в массовое производство и будет ли она блюсти образ советских людей, строителей коммунизма. При этом советские функционеры на манекенщиц смотрели не как на звезд, а как на рабочих, в лучшем случае, пятого разряда. Именно такой квалификацией оценивались демонстраторы одежды. В институте не очень хорошо смотрели на эту тему, и мы старались не афишировать всю эту тему, потому что подиум это как-то считалось очень несерьезным занятием. Нехороший ореол вокруг манекенщиц создавала мужская заинтересованность и женская зависть. Девушки, которые там где-то более популярны, они вызывают не очень далеких людей такую реакцию, когда, значит, надо как-то их там обсудить и на них посмотреть косо. Показы на подиуме были только вершиной айсберга. Основная работа манекенщиц была скрытая, и они действительно выполняли функции фигуры человека. На них часами примеряли и кроили образцы одежды. По-моему, хорошо, замечательный, притальный силуэт. Нет, точно нужно ушить. Это, например, как достаточно сложно было. Я однажды там рухнула вообще в обморок с этого стола. Ну, слава богу, не на пол, а только на стол. То есть просто устала. Подводным камнем были не только ножницы примерочные, но и бумага. А вернее, купюры, которыми оплачивали этот труд. По максимальной ставке манекенщицы получали 76 рублей в месяц. При этом у советских инженеров зарплата была в 2 раза больше, а у рабочих в 3-4. Так что после похода в кассу эти красавицы особо не шиковали. Пройдя через все испытания на пути к прекрасному, Изольда Сахарова стала наставницей для манекенщиц, а теперь уже моделей. Теперь красота, что спасет мир, в республике поставлена на поток и идет широкой поступью. Дмитрий Аринин, Андерсен Тальцев, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. Платье в цветок, мини-юбки и брюки-клёш. Ныне сложно представить, каких трудов стоило советским женщинам быть модными. А сегодня к услугам красавиц целая армия стилистов и имиджмейкеров. Как весна во все времена несла перемены, расскажет Альбина Салгараева.
сырую погоду можно было сюда вставить туфельки. Практично, значит, красиво. Босоножки пролетарского цвета в резиновых калошах. Обувь тогда в дефиците. Так, лаковые туфли и вовсе считались роскошью. Но, как ни странно, в скромном Советском Союзе настоящие модницы предпочитали яркие цвета и формы. Мода до военного времени – это платье в цветок с ярко выраженной талией, с расклешенной юбкой. Также характерная черта – красный цвет, в том числе и в аксессуарах. Мода на спорт, тренды в одежде. Еще долго после Олимпиады 80-го года эмблемы игр будут в нарядах. Ну а 80-е годы это, конечно, смешение стилей, хитом становятся джинса. Куртки, юбки и, конечно, знаменитые варенки. Одежда создавалась не только на фабриках, но и дома модница умела шить и кроить. Стиль советской дамы развивался по своим законам, догоняя зарубежные тренды, иногда черпая вдохновение в образах любимых героинь фильмов. Так, Верочка из служебного романа уже символ эпохи. А сама Людмила Прокофьевна – пример того, как менялся внутренний мир женщины с изменением стиля. Сзади подберитесь. А так, спереди в себя живот. Как, или там, или там. Делайте, что вам говорят, все в себя. Первый помощник модницы – журнал «Бурда». Здесь можно было найти не только выкройки и модные идеи, но даже советы по красоте и кулинарные рецепты. Все как в современном глянце. Мои подружки, слава богу, разбираются в моде. Журнал «Бурда» смотрим ежемесячно. Прическа тоже готовая. Мода на прически меняется вместе с нарядами. Так, сегодня кудри не в тренде. Цвет волос лучше натуральный, легкая укладка, как будто ее и вовсе нет. Сейчас в тренде естественные природные стрижки, формы стрижки в моде. И в том числе окрашивание волос. Естественные оттенки. А вот в одежде нынешней весной, наоборот, преобладают яркие цвета. Фуксия, фиолетовый, ультрамариновый, синий. В тренде юбки любой длины. Мини снова в моде, кстати. С фасонами это, наверное, более какие-то свободные, более прямые. То есть тоже нет ограничений, потому что мода сейчас очень разнообразна. Известно, что модные дизайнеры платят большие деньги фотографам, которые снимают людей на улицах. Прохожие диктуют тренды, а значит и каждый из вас. Альбина Аслагараева, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань. Мама – первое слово. Она – самый строгий учитель, самый близкий друг и, конечно же, главная женщина в жизни каждого мужчины. Сегодня весь наш коллектив шлет своим мамам самые искренние слова и пожелания. А у меня от нее мои брови. Я так же мило улыбаюсь, как она. Я безумно скучаю вот по этим утренним дням, по этому запаху блинов. Поэтому я пытаюсь найти мужчину, который готовит такие же классные блины. Она делала мое утро добрым. И даже сейчас, когда я приезжаю домой, я жду, не встаю, даже если я проснулась, пока она зайдет в комнату и разбудит меня вот своими мамиными ласками. Мне нравилось помогать ей готовить еду. Может быть, поэтому я сейчас люблю готовить. Готовлю дома, сейчас в своей семье уже. Моя мама учительница, и мы, три сестры, учились у нее. Однако мама всегда говорила, что в школе у нее нет дочерей, поэтому требования даже были в разы выше. Учила элементарные этикеты, что обувь, допустим, должна быть чистой, и ногти всегда должны быть пострижены, а то девочки в первую очередь смотрят на ногти и обувь. Все то, что у меня есть, все мои самые лучшие качества, это все от нее. И отблагодарить ее не хватит даже, наверное, бесконечности. Она на одном конце географии, я практически на другом. Ни один праздник не пропускает, ни одно событие важное в моей жизни всегда поздравляет, всегда старается быть в курсе моих дел. Мне 26 лет, и только ей до сих пор интересно, что я ела и тепло ли я оделась. В детстве, пока мама не видит, я любила надевать ее туфли, я всегда восхищалась ее женственностью. И вот в 5 лет мама подарила мне первые маленькие туфельки на небольшом каблучке, и мне кажется, сейчас я освоила эти уроки женственности. Мы с мамой в детстве часто дома играли в футбол в квартире и постоянно разбивали вазы. И вот, так что, папа, извини, если ты сейчас смотришь, а мам... Я тебя люблю, с праздником тебя. Главное, чему мама меня научила в этой жизни, это то, что стакан всегда наполовину полон. И единственное, о чем я жалею, это о том, что я не успела ей сказать, как сильно я ее люблю. Мама, 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 ласковых рук тепло. Мама, скажешь, мама, и на душе светло. Пусть много лет прошло, мне до сих пор...
пор светло, и не беда, что навсегда детство ушло. Мы присоединяемся ко всем поздравлениям и пожеланиям в адрес прекрасных дам и предлагаем посмотреть, как креативно поздравили женщин автоинспекторы Татарстана и курсанты Казанского танкового училища. Первые выложили из патрульных машин цифру 8 у стен Казанского Кремля, а юные танкисты на военных машинах на заснеженном полигоне нарисовали огромное сердце. Эти ролики в соцсетях уже стали настоящими хитами. Мне остается только ко всему вышесказанному добавить личные поздравления, милые женщины, любви вам и хороших новостей. До встречи. Добрый вечер. Время новостей «Спорт» на ТНВ, в студии Алмаз Гафиятов. Чем дальше в бой, тем сложнее. Хоккеисты «Акбарса» провели непростой выезд в дальневосточный Хабаровск. Проиграв накануне, команда Белелединова настроилась на серьезную битву. Третий матч повлиял на казанцев как холодный душ. Несмотря на статус фаворита, команда пропустила 4 шайбы. Ответить смогли только одной. Сейчас ситуация немного изменилась. «Барсы» старались не подпускать оппонентов к своим воротам. Окончательный счет матча 3-1. Точно такие же цифры мы наблюдаем в серии. Теперь каждая последующая игра может стать заключительной в противостоянии. Пятый матч пройдет в субботу в Татнефть-арене. Игра стартует в 17 часов по московскому времени. Ну, я думаю, каждый игрок в любом матче хочет играть еще лучше и лучше, поэтому в этом плане мы стараемся совершенствоваться. Впрочем, и сегодня есть над чем работать. Ну, в целом, пока неплохо. Казанская «Динамо» вышла в полуфинал чемпионата России среди женских команд Суперлиги. В третьем решающем матче наши девушки в трех партиях обыграли «Сахалин» со счетом 3-0. Противостояние «Динамо»-«Сахалин» стало единственным в четвертьфинале, которое растянулось на 3 матча. И это несмотря на то, что казанская команда выиграла предварительный этап, а соперницы заняли 8-е место. Тренирует гостей Денис Матвеев. Он проработал в Казани в общей сложности 6 лет ассистентом Ришата Гелезюдинова. Но выиграть у своей бывшей команды Матвеев не смог. Более того, все 3 партии остались за местными волейболистками. В полуфинале «Динамо» сыграет с «Уралочкой». «Сахалин», я думаю, играл на своем уровне. Они, в принципе, показали то, к чему мы готовились к игре. Ну, что мы разбирали, что мы знали. Они, в принципе, то и показали. Хорошо, что той нашей не очень хорошей игры хватило сегодня. В это воскресенье, 11 марта, на стадионе «Локомотив» в Юдино стартуют забеги 51-го казанского лыжного марафона. За призовой фонд соревнований в размере 1 миллион рублей поборются около 600 сильнейших спортсменов из России, Казахстана, Франции, Чехии и других стран. В этом году лыжники выявят сильнейших на 3 дистанциях – 5, 30 и 50 километров. Помимо этого, в преддверии марафона 10 марта состоится гонка в юбках, приуроченная к Международному женскому дню. Чтобы принять участие в необычном забеге, женщины должны выйти на старт в юбке. Дистанция гонки составят порядка 800 метров. И это все новости спорта к данной минуте. Всех женщин поздравляем с 8 марта. До свидания. Здравствуйте! В Татарстане морозно и солнечно. Подробнее о погоде после полезной информации. Спонсор показа – изготовитель корпусной мебели на заказ «Данил Мастер». Поздравляет с 8 марта и дарит скидку 20%. «Данил Мастер», город Казань, улица Восстания, 23, телефон 2-167-166. По данным сервиса «Яндекс.Погода», на юго-востоке в Бугульме, Бавлы, Азнакаево будет солнечно и до 9 градусов ниже нуля. На северо-востоке, Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге осадки не ожидаются. 10 градусов мороза. На севере Татарстана, Мензелинске, Агрызе, Менделеевске около 9 градусов ниже нуля и также будет солнечно. Жителей северо-запада республики ожидает ясная погода без осадков и 9 градусов ниже нуля. На юго-западе, в Болгаре, Буинске, Держаном солнечно и без осадков, минус 9. В центральных районах Чистополе, Альметьевске, Мамадыше до 11 градусов мороза и будет ясно. В последующие дни температуры на пару градусов повысятся, но морозная погода сохранится. Особенно это будет заметно в ночное время.
Казани солнечно, температура воздуха минус 9, минус 11. Ветер северный, умеренный, до 2 метров в секунду. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 70%. В конце выпуска интересная информация. ГРК «Татарская усадьба» находится в памятнике архитектуры второй половины 19 века. Здесь можно отведать национальную кухню, посетить галерею народных промыслов, а также остановиться в уютной гостинице. «Татарская усадьба» – национальное гостеприимство в современном воплощении. «Татарская усадьба» служит примером высокой татарской кухни по старинным рецептам. Только здесь подаются блюда из настоящей деревянной печи. «Татарская усадьба» – национальное гостеприимство в современном воплощении.